отчеток Мидендорфа. Вот такое вот красивое, великолепное растение. У него зеленый лист, неровный, резной край. И видите, такие желтая каемочка по краю листа. Цветет красиво весной. Но, к сожалению, сейчас не весна. Вот это вот я уже отсохшие цветы. Полностью вся полянка покрывается красивыми желтыми цветами. Ну, даже когда он не цветет, он выглядит очень-очень эффектно, очень достойно. Зимует на улице, минус 25, минус 30 градусов. Мы даже его не укрываем, он у нас в Ростовской области зимует, ничем не укрытый. Один из самых неприхотливых, наверное, очатков. Его высаживают на кладбищах, на альпийских горках, просто на газонах, как красивая травка, во флорариумах и в цветочных композициях. Вот такой вот